Небольшие стеллажи, книжные полки, пестрая мебель. Самый настоящий читальный зал в метро. Правда, для маленьких любителей книг. В ассортименте около 1000 различной литературы. С самого утра мини-библиотеку посетили уже десятки людей. По словам организаторов, в основном привлекательность таких библиотек состоит в денежном вопросе. Идет в люди. К людям, да, можно так сказать, к людям, которые, может быть, у них нет доступа к каким-то книгам, дорогостоящим книгам. Но, к сожалению, у нас книги очень дорого стоят, особенно даже детские. Здесь каждый может найти, что почитать. Книги есть на казахском, русском и английском языках. Девятиклассница Мадина Асылханова узнала о библиотеке в метро случайно. Она нашла то, что искала давно. Сейчас, в данный момент, изучаю английский язык. Хочу выучить этот язык, и в дальнейшем это моя мечта уехать за границу, там, учиться. Сейчас очень трудно найти такие книги, поэтому я пришла сюда посмотреть и нашла то, что искала. Это уже не первая выставка книг. Передвижная библиотека в этом году работает с начала лета. За это время она успела раскинуться и под открытым небом, в скверах и парках. Новая модель книжного отдела есть только в Нью-Йорке, Бостоне и Алматы. Инициаторами такого проекта стали американцы. В США акция появилась в 2011 году. Когда этот проект появился в Соединенных Штатах, и авторы его, семейная пара, которые не являются ни библиотекарями, не являются ни конструкторами, их просто озаботила проблема того, что во многих районах, особенно неблагополучных районах, где дети лишены возможности ходить в библиотеки, в музеи, в какие-то образовательные центры, они не получают вот этого качественного такого как бы влияния книги на свою жизнь. Проект обещает стать традиционным. Он стартовал еще в прошлом году. С тех пор интерес алматинцев только вырос, говорят организаторы. Мобильная библиотека проработает в метро до 19 августа с 9 до 10 часов вечера. Айркер Мекаль, Фараби Кусенцов, телеканал Алматы.